Здравствуйте, друзья! У меня такое ощущение, вот смотрю на экранчик в камере GoPro, и там все такое черное. И я вспоминаю из пионерских лагерей, что в черной-черной комнате, там на черном-черном, там не знаю чем, там полу, и там черная-черная рука, и там она «хвать!». Вот, и в общем, такие ужастики. Вот мы в этом черном-черном едем, сейчас уже половина 12 ночи, я вел урок вечером по поиску работы, это такая веселуха, мы там обсуждаем всякие жизненные ситуации. Очень смешно, когда про других рассказывают, вот, потому что когда сам, конечно, начинаешь чудить, уже не так весело, но тем не менее. Что тут сказать-то? Значит, сегодня худо-бедно. У нас в нашей нумерации видео, которое мы придерживаемся достаточно последовательно, не то чтобы уж так прям 100%, но последовательно в последнее время, у нас был перейден рубеж в 3000 видео. Хотя в целом у нас на канале, наверное, где-то 3,5 такого плана. Значит, первое видео стало нумероваться где-то там числа 20 октября 2012 года. Вот скоро 3 года как. 3 года как наш канал вот в его нынешнем формате существует. Он до этого был в другом формате. 3000 видео, я думаю, мама родная, значит, где-то там за 31 месяц, где-то, ну, примерно 100 в месяц. Ну, какая-то все-таки... вроде как годовщина, что ли, юбилей, не знаю, дата. Вот, и я подумал, что можно об этом пару слов сказать и как-то нас всех, ну, не то, что там что-то такое реально отметить, но, в общем-то, хотел поздравить нас всех, потому что мы все смотрим и обсуждаем, и там как-то участвуем в каких-то переживаниях, иногда бывают какие-то эмоциональные сюжеты. Есть более популярные, есть менее популярные, есть темы более популярные, менее популярные. И у нас какое-то невероятное количество разных тем. Я как-то раз сел подсчитывать, там чуть ли не 30. И недвижимость, и работа, и там иммиграционные какие-то вещи, и мотивационные, и путешествия всевозможные, и дежурные по Америке. В общем, много-много разных тем, много разных аспектов жизни в Соединенных Штатах мы обсуждаем. И вообще в жизни, не только в Соединенных Штатах. Поэтому какая-то такая разноплановость существует. И я в целом доволен. Я, глядя назад, глядя на тот день, когда началась эта нумерация, я думаю, надо же, кто бы мог подумать вообще тогда. И, собственно, у меня поначалу-то и не было такой плодовитости. Я тщательно очень планировал и там какой-то скрипт писал. И там через силу, значит, там как-то вот изображая непосредственность, значит, с внутренним напряжением все это там разговаривал. Вот если на первые видео посмотреть, я там сижу перед камерой. Это немножко стрессово для меня было. А потом перешло вот такой свободный формат, когда сидишь за рулем, там, и, типа, пожалуйста, разговариваешь. Вот, и человек спрашивал, кстати, сегодня был вопрос такой, как избавляться от слов-паразитов в речи, как говорить гладко. Я даже не знаю, что сказать. Это... наверное, есть какие-то методики. Я думаю, что эта область достаточно разработанная. Я сам, в общем-то, не свободен от этого дела. И тоже что-то какие-то... есть свои какие-то присказки, которые там выползают. Есть много народу, которые все время, они так как-то задумываются так вслух, там типа мычат. Там, там. И я знаю людей, которые 90% того, что они говорят, это можно ли избавиться? Наверное, можно, если, скажем, там поставить прибор и током бить,
как только сразу током. Я вас уверяю, что он быстро отучится. У меня такое предчувствие есть. Как бы на уровне дрессуры уже такой. Вот, но не знаю. Я думаю, что за это время вряд ли у меня речь стала там как-то чище, но во всяком случае я относиться стал более внимательно. И если раньше я мог просто что-нибудь сказать, то сейчас я или не скажу, или сначала посмотрю там где-нибудь в Википедии, или там почитаю, чтобы не попасть в просак какой-нибудь, или там не сказать какую-нибудь ерунду непроверенную. Слава богу, в нашем мире-то, в сегодняшнем, все на свете можно пойти и проверить, и посмотреть. Так что этот канал, как бы вот, делание этого канала, работа над этим каналом, над этими 3000 видео, для меня была такой сильной школой, неожиданный опыт. Вроде бы я там с 15 лет преподаю и как-то так свободно себя чувствую у доски, и в аудитории, и даже в большой аудитории приходилось там на больших аудиториях выступать, но все-таки не на таких больших, как у нас на канале, я вам скажу. Сегодня у меня тоже был день такой специфичный еще в том, что определился состав группы онлайновой, которая началась 14 числа, неделю назад, потому что там первые три урока, они как бы даются на пробу всем желающим. Вот они пришли, и три урока они занимаются. Они должны определиться с тем, есть ли у них силы, возможности, желания там и так далее, участвовать в этом во всем. Поэтому они вот три урока, значит, проходят, и дальше они должны сказать, да, я там остаюсь, заплатить денежку и так далее. И вот я весь день сегодня, значит, занимался тем, что в PayPal проверял платежи, которые поступали там с какой-то периодичностью, и перебрасывал ребят из одной группы в скайпе, в которой те, кто были на три первых занятия, перебрасывал в группу, где те, кто уже денежки заплатил, и с кем мы дальше идем. И вот сегодня в 6 часов вечера, значит, я вел эту группу, и там было что-то человек там 117 такого плана. Тоже никогда так много у меня не было. Последняя группа была там под 80, а тут что-то сразу 117. И тоже какая-то ответственность такая, знаете, и вроде уж так думаешь, ничего себе, это же сколько народу. И это тоже накладывает отпечаток на то, что ты говоришь, на то, насколько тщательно ты готовишься, на то, как ты планируешь, что дальше делать, потому что одно дело у тебя там маленькие объемы, а другое дело у тебя закон больших чисел начинает работать, и надо смотреть как бы на такие вещи, на которые ты мог бы позволить себе и не смотреть, когда народу мало. В общем, я хочу сказать, что с помощью вот этого канала я неожиданно для себя оказался перед такой масштабной аудитории, что даже представить себе невозможно. И у нас, например, вот есть видео по тестированию программного обеспечения. Я в ноябре начал в ноябре, по-моему, это был какой там год, три года назад, там 12-го, наверное. В общем, я начал начитывать, и там где-то месяца там два или три это начитывалось. И там самое первое видео, там что-то так 1150, второе видео, второй урок в этом классе, вот он где-то на грани 100 тысяч, там может быть 1500 там или 2 осталось до 100 тысяч. То есть какие-то невероятные масштабы. У меня есть несколько видео, которые хорошенько за 200 тысяч, 4 видео за 200 тысяч, и одно там, вот самое популярное, там 250 тысяч. И это об интервьюировании. Вот из этих четырех видео, которые самые популярные, которые за 200 тысяч, там два, это по вопросам прохождения интервью. Так вот, о масштабности аудитории. У меня вот книжка есть, ну, то, что еще пока не стала книжкой, но вот скоро будет. На форуме «Говорим про ЕС». И там 1 200 000 просмотров. Но это не 1 200 000 человек.
потому что это писалось в течение какого-то времени, и там, я думаю, сколько же там конкретно людей прочитало, ну вот, может быть, там, я не знаю, на 1 200 000 просмотров, может быть, там было там 20 тысяч человек, ну, может быть, 30 тысяч человек. У меня сотня видео есть, где больше народу как бы присутствовало, там, посмотрело, не знаю, как долго, но тем не менее. Поэтому я в данном случае вот рассказываю, как этот канал на меня повлиял. И неожиданно, все-таки мне же там не 25, и даже не 45, в общем-то. То есть мне вот уже 60 будет в этом. Следующий мой день рождения, мне будет уже 60 лет. Хотя я как-то с трудом к этой мысли присматриваюсь, потому что вроде откуда у меня столько, я даже не должно так много быть. Но по факту, да, 56-го года рождения, так вот в паспорте написано, тут никуда не уйдешь. И вот, тем не менее, вроде и годы так идут, и думаешь уже, ну какие там новые опыты в жизни могут появиться, появляются. И я как бы признателен вот и этому каналу, и вам всем, кто смотрит и реагирует, комментирует, сопереживает. Вы не представляете, сколько я встречаю людей, и которые вдруг начинают рассказывать, как вот этот канал, какую роль он в их жизни сыграл и так далее. И это невероятно просто, потому что так вот, может быть, на каждодневной основе так не сильно чувствуешь, а когда вот живой человек вот так садится или там берет тебя за пуговицу и рассказывает, это очень-очень здорово. Все, друзья, я с вами прощаюсь. До следующих сюжетов.